Чебоксарской кадетской школе имени Героя Советского Союза полковника Кочетова встретили долгожданных гостей. Спортсмены кюокусинкай и карате продемонстрировали мастер-класс по боевым искусствам будущим защитникам Родины в рамках оборонно-спортивного месячника. Дружеские отношения связывают спортсменов кюокусинкай и карате со школами города и насчитывают не один десяток лет. В этом году в рамках оборонно-спортивного месячника их встречали воспитанники кадетской школы имени Героя Советского Союза полковника Кочетова. Казалось, мало чем можно удивить сегодняшних молодых людей. Но сенсеи показали, к чему стоит стремиться. Сила духа и тела. Четкие отточенные удары. Умение владеть собой при тяжелой физической нагрузке. За плечами мастеров боевых искусств десятки побед в соревнованиях российского и мирового уровня. На каждом из них черный пояс – показатель высшей спортивной квалификации. Мне очень понравилась эта тренировка. Я хочу записаться на эту тренировку и тоже дойти до черного пояса. В будущем я стану офицером, и навыки мне пригодятся защищать Родину. Мы ответили на вопросы ребятам. Ну, ребята зажглись. Вот. Многие из них и так занимаются. И я знаю, что ряд ребят занимаются и у наших тренеров тоже. Вот. Я думаю, что мы с ними еще встретимся. Результаты оборонно-массовых и спортивных мероприятий налицо, говорят преподаватели кадетской морской школы. За последние 8 лет 26 воспитанников поступили в высшие военные учебные заведения. В рамках дополнительного подготовки и занятий все ученики стараются заниматься в каких-то секциях, какими-то другими мероприятиями, способные, которые помогают им поднять свою физическую подготовку и тем самым готовиться к службе в вооруженных силах.